Друзья, я приветствую вас на канале. Кто смотрит первый раз, не забывайте подписываться. Сегодня с вами мы приготовим голубцы. А голубцы непростые, с начинкой из творога. Получается легкое и вкусное блюдо. Для начала нам нужно отварить кочан капусты, чтобы листья были мягкими и из них можно было закрутить голубцы. Я для этого воспользуюсь микроволновкой. Берем кочан, снимаем верхние листочки и вырезаем кочерыжку. Отправляем в микроволновку, ставим на полную мощность на 15 минут. После как капуста приготовилась, достаем ее из микроволновки, снимаем листья, обрезать утолщение на листьях. Теперь приготовим начинку для наших голубцов. Выкладываем в стакан отварного риса, 300 грамм творога, одно яйцо. Нарезаем небольшой пучок укропа и также добавляем к нашей начинке. Добавляем соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Начинаем закручивать голубцы. На каждый лист кладем по 1 столовой ложке начинки. Приготовим соус, в котором будут вариться наши голубцы. Для этого возьмем стакан сметаны, добавим стакан воды, высыпем 1 чайную ложку паприки, посолим по вкусу и все хорошо перемешаем. Обжарим голубцы в сливочном масле с обоих сторон. Переложим их в кастрюлю, зальем их нашим соусом и оставим вариться до готовности. У меня на это ушло минут 40, пока капуста не станет совсем мягкой. И вот прошло время, голубцы наши готовы. Снимаем с плиты, раскладываем по тарелочкам. Поливаем сверху сметаной, и замечательное вкусное и легкое блюдо у нас готово. Всем приятного аппетита! Попробуйте обязательно приготовить, это очень вкусно. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч!